было рассмотрено и принято 16 вопросов, и вопросы касались уточнения городского бюджета на 2021 год, плана 2022-2023 года, изменения генерального плана и правил землепользования застройки, и приняли несколько новых положений. Последняя в этом году сессия городского совета депутатов. В этом году доходы увеличились более чем на 2,5 миллиарда. Часть суммы, это 0,5 миллиарда, поступила на закупку новых автобусов. 21 миллион рублей получили из федерального центра для расселения людей из аварийного жилья. В результате плановый объем доходов бюджета на этот год у нас составил 15,7 миллиардов. Из них собственные доходы это 4,7 миллиарда. Также плановый объем расходов на 2021 год у нас составил 17 миллиардов. Итого бюджет, дефицит бюджета составляет 1,2 миллиарда, в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов 443 миллиона. Внесли изменения в генеральный план застройки города, добавив туда несколько объектов. Кроме того, депутаты решили объявить 2022 годом здоровья. С учетом пандемии и вообще оздоровления граждан, акцент будет сделан на пожилых и работающих горожан, чтобы они занимались больше спортом, оздоровлением. Также поучаствовали мы в общем плане администрации города по мероприятиям, которые по оздоровлению запланированы на 2022 год. Будут предусмотрены не только спортивные мероприятия, но также и льготы для тех, кто активно занимается физкультурой в муниципальных учреждениях. Андрей Слепнев, Юлия Пермякова. Новости дня.